Приветствую вас, мои дорогие подписчики и просто зрители канала. Меня зовут Висконти. И прежде чем начать очередное прохождение, я хотел бы предложить вам посетить молодой и перспективный игровой канал Диксиса. На канале вы найдете прохождение таких игр, как Alien Isolation, This War of Mine и даже забавный симулятор хлеба. Заходите, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылка на канал в описании под видео. Ну что ж, продолжаем The Crew. Сейчас мы находимся в космопорте НАСА. И путь мы будем держать в Детройт. Нет, девушка, мы не хотим пока создать команду. Ехать нам достаточно далеко, как я вижу. Так, вот поставили меточку и поедем. Будем проезжать мимо Нью-Йорка. Вид я пока оставлю от третьего лица, поскольку он более популярен у зрителей. Так, здесь мы что-то пережали газ. Да и нас куда-то навигатор ведет, непонятно куда. Вот. В субботу планирую стримить. Пока только не определился, где, на YouTube или на Твиче. Но, скорее всего, на YouTube. Как-то более удобно. Для меня, по крайней мере. Если вам удобнее смотреть, и вы планируете смотреть стрим по этой игре в субботу в 18 часов по Москве, то отписывайтесь в комментариях, где будем смотреть. Тут у нас какой-то игрок появился из ниоткуда. Машина, похоже, у него круче, но как-то он подтормаживает. Потому что я бы не сказал, что моя машина слишком навороченная. То ли пятый, то ли шестой уровень у нее. Вот. Еще игрок попался навстречу. Я думаю, что доедем до Детройта и выполним какое-нибудь задание. Потому что дорога слишком большая, и выполнять несколько заданий, это у нас растянется серия на час, может даже и больше. Опа! Что-то я как-то... засмотрелся на карту и пропустил вот такой ударчик. Тут можно газку прибавить, в принципе, дорога позволяет. Машин пока еще немного. Так, шлагбаумы закрыты, мы нарушаем правила движения. Ну давай уже определись, куда ты едешь. Блин. Не пойму, то ли вечер, то ли утро. Так, тут осторожно, чуть не задели.
Отписывайтесь в комментариях, у кого какой уровень в этой игре уже на данный момент. У меня то ли 5, то ли 6. Но надеюсь, что мы задание выполним и уровень увеличится. Так, тут не разгоняйся нам направо. Напомню, что мы едем в город Детройт, автомобильную столицу Соединенных Штатов. Твои друзья в сети, может, они хотят присоединиться? И девушка, у вас какая-то память девичья. Мы уже говорили, что не хотим пока присоединяться к команде. Пока у нас другая задача. Тем более Леонид, он где-то там на севере. Леонид — это подписчик, тоже играет здесь. Так, сколько же еще ехать-то? 37 километров. Мы еще даже половины не проехали. Вашингтон. Штат Вашингтон, скорее всего, потому что через город мы не должны проезжать. Хотя движение достаточно плотное. Где-то третью часть проехали пока еще по маршруту. Так, вон у нас уже виднеется Нью-Йорк. Сейчас пойдет промышленная зона. По-моему, в Нью-Йорке нефть и переработка есть. Точно не знаю. Да и верить всему, что здесь нарисуют, я бы не стал, потому что, ну, с космопорта НАСА до Детройта никак не может быть 50 там с чем километров. Жду очень много лайков под этим видео. Мне будет очень приятно видеть. Так, тут нам направо. Какая-то деревня. Так, у вас восточное побережье. Угольный штат, да, мы возле Нью-Йорка. Я уже здесь ездил, когда делал смотр на эту игру. Я бы здесь не стал разгоняться. Здесь достаточно непредсказуемая дорога, нас может просто... навигатор увести куда-то в лес. Внезапно причем. Видеонаблюдение. Ну вот я же говорю, куда-то на проселочную дорогу. Я думаю, они не будут нас искать.
Полиция здесь какая-то неадекватная. Может быть, это временно и пофиксят, сделают. Так, там опять налево, мы проехали. По идее, должна быть одна главная дорога. На нас по какому-то лесу, по грибы, по ягоды. Так, не разгоняйся, краску содрали. Как она меня достала? У машины не кончается бензин, ничего не ломается. Ну, ломается, потом восстанавливается. Как-то, знаете, чересчур аркадно. Могли бы сделать, что раз ты зарабатываешь денежку, то... Нужно заправляться, нужно чиниться. На новую машинку у меня пока денежек не хватает. Да и в принципе она меня вполне устраивает. Мы должны, в принципе, уже полпути-то сделать. Полпути проехать. Я примерно догадываюсь, какое будет задание у нас. Но пока не буду говорить, какое. Будет видно, куда нас приведет метка. Так, не туда. Ну вот понятно, увлеклись на проходящую девушку. Какой-то город с бобром. Ни день сурка не здесь не снимался. Пасадена, по-моему, день сурка. В таких красивых тонах, осеннее такое. Правда, у нас все лето было какое-то осеннее. Так, давайте посмотрим на карту. Мы в принципе уже достаточно близко. Так, это у нас что, вот этот, по-моему, вот этот маршрут. Да, давайте попробуем. Мы проехали большую часть, но нам опять разворачиваться. Бывает, что метка пропадает. Опа!
Давай, родная. Немножко осталось. Там он вертолет спасатели, если что, спасут. И такое чувство, что нас навигатор опять обратно ведет. Это мы что-то нарушили, или метка, метка, которую мы взять не можем. Трамплинчик. Опа, задел. Думал, не задену, думал, впишусь, но, блин. В игре замечены другие гонщики. Можно позвать их в команду. Так, здесь направо. Направо. Тут бы на какой-нибудь баге поездить, но не на этой с тяжелой жопой. Не разгоняться. В принципе, уже должны подъезжать. Вон, я вижу какие-то воздушные шары. И кукурузное поле. Причем на всех шарах американский флаг. Это нет, вот там, по-моему, один есть без флага. Два. Осторожно. Меню вид, потому что мне как бы тоже нравится больше от первого лица, но ради зрителей все-таки буду чаще ездить от третьего лица. Вот чем плох вид от первого лица, это то, что мы малую область дороги видим, но зато ощущение намного лучше. Поставить еще вентилятор спереди, и будет полное погружение. Шутка, конечно. Ну где ты там, Детройт, автомобильная столица Америки? Вот еще трамплин был, но как-то на него заехать с большой скоростью нам, по-моему, вообще не получилось бы. Так, ладно, переключимся. Опа! Ничего страшного, у нас же супер машина, она сама чинится, ей страховка не нужна.
Зачем нам подержанные детали, когда у нас через 5 минут машина будет сама как новенькая? Так. Вот вижу, что движение пошло более интенсивное, значит, мы подъезжаем. Тут надо быть осторожным. Жду, не дождусь выхода GTA 5. На работе даже, наверное, возьму отгулы, чтобы вдоволь наиграться, открыть всю карту. Год терпел, столько соблазнов купить плойку третью, сейчас плойку четвертую, но я думаю уже дождаться выхода на PC. Надеюсь, они ее сделают не косячную, как четвертую часть. И хорошо оптимизируют. Так, куда это нас ведет опять навигатор? Даже сейчас, если вот посмотреть на версию для PlayStation 4 и там Xbox One, я имею в виду про GTA 5. Идет большой рассинхрон, если вы смотрите летсплей у Олега Брейна, у Джека Шепарда с Артуром, то там расхождение, рассинхрон где-то метр. То есть она еще не доведена до конца. Надеюсь, это все исправят к выходу на PC. В принципе, не критично, но осадочек остается. Так, мы куда-то не туда приехали. Давайте посмотрим, куда нам лучше. Нам вот сюда вот надо. Здесь какое-то задание. Доедем, выполним и на этом серию закончим. Так, давайте поедем по метке. Сейчас такое ощущение, что я проезжаю не Детройт, а какой-то Магнитогорск с его металлургическим заводом. Огромным заводом металлургии. Знаете, можно назвать Мордор там, или как. Если кто был в Магнитке, то со мной согласится. Так. Твоя замена, если я уже понял, меня, какое у нас задание, но в прошлый раз я не мог его обогнать. У меня недостаточный уровень машины, недостаточный апгрейд. По-моему, и сейчас он недостаточный, но попробуем. Может быть, нам удастся как-то уловкой подрезать его и сбить с трассы. Попробуем. Где-то здесь. Это у нас гараж, по-моему, метка. То ли автосалон. Я уже не помню. Был пару раз. Детройт, все, да, Детройт. Вот наша меточка, мы приехали. Ну что ж, ребята, пожелайте удачи. Поставьте лайк.
Надеюсь, что мы его сейчас натянем. По самой не хочу. Вы что-то не поделили. Плохо для меня, плохо для гетто. Мне нужен свой человек в Сент-Луисе. Расклад такой. Победитель получает хорошее повышение, а проигравший хороший урок. Конфликт исчерпан. Ну что ж, вперед, давайте. Я уже жму на клавишу. Победитель становится на шаг ближе к... Так, нет, он нас обгоняет. Черт, я не успел его подрезать. Ну, у нас, по-моему, закись азота немножко есть. Почему-то ее нет на старте. Мы его сделали, да, ребята? Что ж. Ну, это, наверное, благодаря вам. Ну что ж, я предлагаю на этом серию закончить и увидеться в следующей серии. Так, вот у нас... Да, у нас повысился уровень до 7-го. И нам еще должны какую-то медальку дать. Давай, золото мне. Золото, отлично. И улучшение для двигателя. Или не двигатель. Все равно установим. Ну что ж, ребята, всем пока. С вами был Висконти.